По поводу угрозы этого письма, о том, что ко мне будут применены санкции и штрафы, письмо не похоже на официальное письмо. Думаю, кто-то написал от себя тяну, не подозревая, что это чревато. Это первое. Второе. Такие письма вручаются лично в руки под подпись. Это второе. И третье. Зачем и кому это надо? Еще раз говорю, мы делаем все возможное. Благодаря вам, друзья, мы провернули огромную работу, вывезли и спасли много животных. Осталась капля, самые маленькие, самые беззащитные. Остались инвалиды, старики и дети. Мы их не можем вывести сейчас, потому что, ребята, мы не Рокфеллеры, вы тоже. Мы собираем на эту стройку по копейкам. У нас нет людей достаточно богатых, которые могли бы нам помочь. Помогают те, кто сам знает цену последним копейкам, и все равно ими делятся. И вот это удивительно. Я благодарю вас, мои хорошие. Я всем сердцем, всей душой, искренне, искренне, я благодарю вас. Я бы каждого из вас обняла и сказала бы вам спасибо. Спасибо, мои родные. Спасибо, спасибо, что благодаря вам мы спасаем полторы тысячи животных. Это я говорю абстрактно, просто округлив. Точное количество я буду считать, когда мы полностью переедем, потому что плюс-минус вот эти подбрасывания, я сбиваюсь немножко со счета. Когда мы переедем на новое место, приедет бригада врачей, мы всех будем по новой вакцинировать от бешенства, и тогда у нас будут точные списки того, сколько животных мы вывезли. Все это, друзья, обязательно будет. Сейчас самое главное, последний рывок. Последний, друзья. И я прошу вас, поддержите нас. Поддержите и помогите. Помогите нам бороться со злом. Зло — это город грязи, который заявили, что приют им не нужен. Зло — это город грязи, на территории которых тысячи бездомных животных, над которыми издеваются, которых швыряют в помойке, которых закалывают вилами на кладбище, которых режут. Я ведь обращалась неоднократно в суды здесь. Мне ответили, что не находят состава преступления. Это город грязи. Администрации на это наплевать. Прокуратура. Знаете, что удивительно? Это, по-моему, единственные люди, которые отнеслись ко мне доброжелательно и помогли дать две отсрочки. И я благодарна им. Все, что нам надо от администрации города грязи, это дать нам спокойно переехать просто дать нам спокойно переехать, не трепать нам нервы. А для того, чтобы нам не подбрасывали щенят под забор, я им уже сказала, пусть ставят дежурного участкового, который будет ночевать у меня под забором и собирать эти коробки. Иначе этот переезд затянется еще надолго. И это не моя вина. Щенят подбрасывают жители города грязи. Когда я уеду, соседи сказали, что всех, кого будут ставить мне под забор, они будут относить на площадь к администрации. Но это их решение, и я уверена, они так поступят. Друзья, остался последний рывок. Я устала плакать. Я, наверное, вчера выплакала все слезы. Я прошлась по моим ушастым, сделала уколы и перевязки. Нагладила, кого успела. Ребята, это моя жизнь я не жалею ни об одном дне такой жизни я чувствую себя нужной каждый сходит с ума по своему и у каждого из нас свои тараканы в голове кто то спасает китов в океане я спасаю бездомных липецкой области ну что дела у нас и все так же в напряжении малышечку капаем. Тяжелый ребенок. Я одно не могу понять, почему нельзя оставить меня в покое? Почему нельзя оставить нас в покое и дать нам спокойно доделать нашу работу? Зачем вот эти измывания, зачем вот эти нервотрепки? Кому они нужны? Ведь люди приезжают, судебные исполнители, видят, что работа движется, что работа делается, и что такой огромный приют нельзя перевести по мановению волшебной палочки. Тем более, что власти города грязи в желают в этом участвовать. Не желают. Если бы им требовалось побыстрее вывести наш приют, они бы предложили свою помощь. В результате мне предложили помощь вывести собак с теми живодерами, которые стреляют этих собак у нас по городу грязи. Разумеется, от этой помощи я отказалась. Пока вот такие новости, друзья. Нервничаю. Но что делать пока? Не биться же головой об стену. Ждать. Ждать и делать свою работу. До конца делать свою работу. Сейчас докапаю малышей. Потом будут перевязки. У кошечки после стерилизации загноился шов. Промывать шею, он глазки гненки. Да? Сейчас мое солнышко. После стерилизации промоем сейчас все. То есть работа рутинная, она продолжается. Плюс еще три больших собаки на перевязках. Это те, у кого от жары швы не срастаются. Ну что, малыш? Ложись. Ложись. А то не капает. Вот так. Ложись. Так, вот так, чтобы капало. Ага, усилилась. Это нельзя делать. Вот так. Лапкой дергает малыш. А это капает в холочку, поэтому быстро. В холку быстро можно. В венку нельзя. Просто малыш дергается и немножко нарушает. Все хорошо все хорошо. Ну, ты как моя хорошая. Так, есть, хорошо. Ну, еще грамм сто. Еще грамм сто, моя девочка. Все хорошо. Да, моя зайка, лежи. Спасибо вам всем. Спасибо за то, что вы рядом. За то, что вы настоящие. Спасибо вам.